Да? Была повержена Бавария. А вот эта вот доска, это Сулина? Моя. Моя? Конечно. Аржанская. Только я... Только третий кубик там. Только я Серега играю, она мне не помогает. Аржанская. Он даже тремя кидает кубик. Нет, но с ним... Не проигрывает. С ним невозможно играть. Вот с Серегой невозможно играть. Там, то есть, ты можешь его уже закрывать, то есть, уже все, на Марс идешь. Но ему выпадает то, что вот ему нужно. И потом тебе выпадет то, что тебе не нужно. И все, и он выпадет. Потом ты в Марсе оказываешься. Это какой-то, блядь. Что длинные ноги. Все, давай. Поехали, побежали. Короче, побежали. О, что, блин, на этом стадионе. Все вместе. Ну, на самом деле легко, да, в поезде, на хорошем, удобном поезде, поэтому комфортабельно очень было, и никаких проблем, поспали и приехали в Ростов. Ты высокий, тебе хватает места? Да, мне хватает, а вот, думаю, Жорику с Сесаром было тяжеловато. Заметил, какие снаружи у вагона у нас уже имиджи? Да, конечно, заметили. Я об этом читал еще до этого, да, выставляли в Телеграме. Поэтому видел, да, и очень-очень красивый. Ну, такая дорога не выматывает перед матчем? Ну, поэтому команда приезжает заранее, чтобы было время отдохнуть, выспаться, набраться сил, потренироваться. Поэтому я думаю, что нормально. На этом стадионе ты провел не один год. Есть ностальгия? Я был в Академии Ростова, здесь рядышком тренировался, но в детстве ходил на стадион, смотрел, учился. Как прошла подготовка к Ростову? Ну, короткий был цикл, кто не играл до этого, чуть-чуть встряхнулись, да, потом восстановительная тренировка, потом дорога, и вот сегодня хорошенько уже позанимались, предыгровая тренировка классическая такая, немножечко подвигались, да, пустили сок, как говорится, поэтому. Что скажешь о сопернике? Ну, все знают, да, мы уже неоднократно с ними встречались, играющая команда со своим стилем, поэтому будет интересно. Илюха, не отвлекся, Чертан. Вы тренер, что ли, бьете? Не меняй угол. Что, мороз еще? Ай-яй-яй. Вот он, вот. Хоть я знаю, меня никто не знает. Хорош! Вопросов нет, Антон, молодец. Оп, Дима! Дедуля! Можно фото? Можно, пожалуйста? Сейчас. Сан, там Салтыков идет, он в Китае забил. Сфоткайтесь. Можешь, Сан? Можешь? Да. Можешь, может, еще немножко сыпать?